На своих экранах вы видите съемку камеры видеонаблюдения. Место действия — столицы Верхневолжья, территория одной из тверских школ-интернатов. Под покровом ночи 1 ноября двое мужчин выкопали туи, высаженные в память об участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Выкопанные растения злоумышленники положили в пакет и скрылись. Подвергнутая вандализму аллея памяти была заложена в канун Дня Победы 2023 года. Сотрудниками Московского отдела полиции города Твери проводятся проверочные мероприятия по факту хищения той. Полицейским выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливается личность и местонахождение лиц, причастных к совершению противоправного деяния. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Дерзким хищением заинтересовался и региональный следственный комитет. Московским межрайонным следственным отделом города Твери организовано проведение доследственной проверки. Продолжается розыск Александра Долгова, совершившего побег из участка колонии-поселения Лео-8 в Андреапольском районе области. На вид Долгову 25-30 лет, рост 188 сантиметров, худощавого телосложения, глаза и волосы темные. Особая примета – над левой бровью шрам. Напомним, Долгов был осужден за кражу, отбывал наказание в колонии-поселения на срок 60 дней. Всех, кто знает о местонахождении Долгова Александра Евгеньевича, просим срочно позвонить по указанным телефонам. Сотрудники регионального следственного комитета напоминают о возможностях обращения в ведомство по различным каналам связи. Граждане могут в любое время подать в Следственное управление Следственного комитета по Тверской области обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействие, процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства Следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Только в прошлом году Следственным управлением рассмотрено более 4000 обращений жителей региона. Подобное взаимодействие позволяет Следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.